В 2022 году филиал Россети «Центр Брянскэнерго» запланировал построить свыше 16 километров сетей линий, смонтировать 600 новых светильников и модернизировать 400 морально устаревших уличных торшеров. «Брянскэнерго» – социально ориентированная компания, с готовностью откликается на просьбы администрации, которые подают заявки на организацию уличного освещения. Ведь создание условий для безопасности и комфорта жителей Брянской области – одна из приоритетных задач энергопредприятия. На 100% выполнены работы в Карачевском и Климовском районах. Всего в первом полугодии уже смонтировано 11 километров линий, 480 новых светильников. На новые заменен 171 устаревший фонарь. Новое освещение также появилось в приграничном Суземском районе на наиболее оживленном участке дороги по переулку Трубчевскому. Данный участок выбран в связи с обращениями жителей Суземской администрации на плохую освещенность дороги, так как эта дорога является транзитной. Администрация Суземского района дала заявку филиалу «Брянскэнерго», и руководство поручило нам выполнение данного мероприятия. Энергетики приняли на оперативно-техническое обслуживание 5 контрактов жизненного цикла. Это 15,5 километров воздушных линий электропередач, почти 2 километра кабельных линий и 705 светильников в Навлинском, Гордеевском, Клинцовском и Мглинском районах. Новые фонари также появились в селе Журиничи в Брянском районе. Там освещена территория новой школы и памятника времен Великой Отечественной войны, расположенные в центре населенного пункта. Во многих населенных пунктах области вопрос с освещенностью улиц до сих пор стоит достаточно остро. Мало светильников или их совсем нет. Во многих общественно значимых местах, возле школ, детских садов, плохо освещены оживленные участки дорог. Развитие сети уличного освещения положительно сказывается на безопасности жителей Брянской области. Энергопредприятие в этом году устанавливает только светодиодные светильники. Они в два раза эффективнее люминесцентных ламп, потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, более долговечны. При условии работы только в темное время суток срок службы таких светильников достигает 25 лет. Кроме того, они не мерцают и не шумят. Пожары и взрывы безопасны, выполнены из экологически чистых материалов. Дмитрий Газин, Дмитрий Матеров, Алексей Рязанцев. События. Брянская область.